24 часа в сутки работают коммунальщики в Уральске. Вся техника и человеческие ресурсы брошены на очистку улиц от снега. В полную готовность приведена и техника для откачивания талых вод. Так что весну и оттепель горожане встречают во всеоружии. Весь город поделен на 15 участков. В каждом назначены бригадиры, ответственные за уборку и вывоз снега. Дорожно-эксплуатационное предприятие переведено на круглосуточный режим. Работа начинается в 7 часов. В 7 вечера участки принимает вторая смена, которая трудится до 7 утра. Иначе не успеем, говорят специалисты. На сегодняшний день у нас подготовка к паводку идет полным ходом. У нас на сегодняшний день задействовано около 90 единиц техники. В данный момент мы почти сказать, где подтапливаемые места, мы в основном снег вывезли. Сейчас лопаты и кирки взяли в руки 400 рабочих коммунального предприятия. Жители города очищают от снега собственные дворы. Их предупредили, что городские службы этим заниматься не будут. Из двора, если у них есть возможность, конечно, самый вывести нужно. Если нет возможности, если старые люди, тогда должны кто-то помогать. А так они не могут. В северо-восточной части города, в микрорайоне Жулдуз, дома расположены в низине. И прошлой весной дворы оказались подтоплены. Поэтому сейчас коммунальщики первым делом чистят арыки. Отсюда будут скачивать всю талую воду. В сутки из города вывозится около 4000 кубометров снега. КАМАЗы делают по 12 рейсов за смену. Есть объекты, тем не менее, которые требуют вывоза снега. Это объекты частного сектора, предприятия крупные. С ними ведется разъяснительная работа и уведомительного характера. В случае, если эти организации не будут принимать меры вывозить снег, акимат города будет вынужден принять меры в отношении этих предприятий. Путагоз Базарбаева, Руслан Мурзагалиев, Уральск.